Ты 15 минут засекла? Да, засекла. Сколько прошло? Ты что, молишься? А ты считаешь? 7 на 7, 14, 8 минут. Осталось? Да, все посчитаю. Осталось 8 минут? Готовь роллы. Извините, у нас бюджет нет. А есть эта штука заворачивать? Нет. Да все. Карин, газ не включи. Она не сможет, даже не захочет. Мы брови щипаем. Вот клянусь, сейчас что-то будет. Главное, снимай. Нет, мы не переехали, мы увидели. Кастрюлю. Ну ты на том месте, где кастрюля стояла. Вот так готовят люди по часам. Снимаю! Да. Я как в космосе. Сегодня нет, мы приехали делать брови к Вике. Так. Ой, это было больно, да? Короче, я поняла. Короче. А что тебе нужно для этого? Тут вроде караоке, нет? Пой. Точнее, я приехала их пощипать и покрасить. А Вика еще делает... А делает Карина. А Вика еще делает татуаж. А Каришка... Блин, пипец, у нее губы синие. Домашнее насилие. Вика супермастер, говорят. Вот как приятно. Карин, ну как? Опять? Что это? Кто ты? А ну, Вика тоже... Пишется. Что так пишется? Ладно, понять. А, Вика губы тоже делает. И у меня же ресничку, да? И татуаж. Вика все делает с татуажем. Все с татуажем. Посмотрите, у меня красиво. Кукушка! Конь любэ! Ты же себя сейчас снимаешь, мою подмышку? Караоке. О! Где ты караоке нашла? С ним все нормально. Я повернула на твой коврик. А что счастливая об этом? Сделай громче. А, это караоке? Сделай громче. Давай ты лимбу. Танцевать будешь? Это караоке, реально? Пой. Бесит твой многофункциональный. Положи его просто, не трогай, он же с центром. Можно брови сделать? Простите, а вы можете работать? Карина, ты что, боишься громче сделать?
твоя хата будет. Чё на гречку поставила? Карина, откуда ты знаешь это движение? Я не вижу. Саша просто угорает над тобой. Так, а вот и смотреть надо просто. Надеюсь, тут никто не смотрит. Такая красивая здесь. Это эффект какой-то, да? Это вот твоя квартира. Блин, как красиво. Надо посмотреть, когда они снимут видео. Завтра эти музыки. Ну, по фотке. А все же. Долго я снимаю терпеливо, просто молча. Потише. Алло. Алло. Да, добрый вечер. Сейчас я открою две минутки. Нет, я еще это самое. Я просто не помню этаж какой. Я на улице. Слушай, иди. Я написала, ты не отвечала. Да, я не видела, я просто видео снимаю. 15 этаж, 164 квартира. Теперь вы все знаете, где живут. Блин, я забыла, что ты снимаешь. Сейчас жду, приходите на перманент. Нормально, главное, вовремя. Тебе не съехать, сколько там лет. Ну что, давай снимай, я потом ее. Давай, блин, если меня болит. О, отвалят? Блин, я не могу. Иди сюда, быстро. Карин, ты можешь здесь сделать эту волну, поняла? Посмотрите, какой красивый вид у Вики. Если вдруг у меня там есть наши подписчики, всем привет. Быстрей, Криш. Быстрей, пока она поднимается. Саша толстеет, называется. Фу. Я, блин, как этот. Сорян. Да, синяки вот этих. Да, я хожу в солярий.
Разница в возрасте у нас 17 лет. Ой, 17 лет. Видно мои губы только синие. Карта, слышишь, сделала она? Видно мои губы и чистка. Я не знаю, что делать с этим цветом. О, вот. Я просто сделала чистку и губы. И, короче... Ну, подождите чуть-чуть, синячки сходят. Как думаешь, подойдет ли мне блонд? Да, 100%. Карина делает ламинирование. Смотри, я могу вот так. Я тебе личную сделала. Суджидер. С 3-19 лет. Лед ставила, это что такое? Ну, это сейчас просто опухоль. Надо дверь открыть. Просто сейчас опухоль, и поэтому такие губы большие, они будут, конечно же, меньше. Вика, да, она делает татуаж бровей, губ, всего. Так что, если вдруг вам надо, приходите. Попы нету. Блин. Как брови чешутся, когда их пощипают. Да, у нас сегодня день красоты. Не закрываю, все нормально. Ну, блин, чтобы не пугать. Здрасте. Саша, очень приятно. О, да. Да, много подряд. Синяки губы делала. Нет, я делала чистку, поэтому лицо такое. Спасибо. Ну, мы просто немножко в цикл попали, поэтому у меня синяки вот. Привет, привет. За сколько рукав сделала? Я не помню. Трек играет Мияги. Рожаю 13 июня, совсем скоро. Я желаю тебе удачи. Это домашнее насилие, меня бьет Саша. Шучу. Красивая, спасибо. А, нет, я перманент на губах не делала. Всегда делала один и тот же препарат. С бровями я ничего не сделала, я их просто выщипала. Привет, привет. Не ревную ли я сестру к мужу? Нет, а почему нужно ревновать? А губы больше стали, потому что я их подколола, и они опухли. Влог будет в среду.
Да, я буду подключала. Я не хочу сдувать, буду зачем. Привет, привет. Все? Я не грустная. Я просто сегодня... Да. Не снимай! Коришка Джан. Ты же смоешь? Прикольно. Нет, будешь так. А где моя монобровка, которая была? Кто? Сейчас тоже буду красить брови. Блин, да? На маску похоже. Нет, знаешь, что такое? На вид? А? Вид? Какой вид? Вид. Нет, не маска, знаешь, типа, когда ты снимала маму. А, ну это Snapchat. Иди сюда, ты не смывай долго. В смысле, уже? Ты сказала 2 минуты. Зачем вы советуете ей увеличить губы, чтобы потом писали, зачем она это сделала? Дюссельдорф, ну блин, когда можно было? Голосуем за то, чтобы Карина губы взяла. Спасибо. Ну да, если она захочет делать, сейчас не хочет. Ты мне сразу потом будешь делать, нет? Процесс сведения татуировки, вот. Скоро пойду. Да. Что это за? Саша, видела тебя на концерте Мияги беременную, да. Это был мой первый выход на их концерт. Ты похожа на Мулан. Нет, ты похожа на мужичка такого толстенького из Мулан. Привет. Синяки на губах, ты что сделала губы? Подколола. Погода вообще сегодня шикарная. Последний. Нет, только буду пол рукава до локтя сводить. А, я поняла, что за маска. Я делала в Оксимере на Таганке лазерную коррекцию зрения. Привет, привет.
сколько я вколола, слушайте, ну, где-то половину, наверное. Спасибо большое. Я рада, что вам нравятся танцы. Привет, привет. Просто мне захотелось свести рукав. Вот мне взбрендило. Демид уже хорошо гоняет, да. Мне с наращиванием удобно, но просто я уже привыкла. Я на протяжении там 5 лет наращиваю волосы, поэтому я не делала профиль Джоли. У меня на самом деле, я думала вот здесь подколоть, но мне сказали, у меня самой ноль. Но у меня все как у людей, так что не переживайте. Саша сказал, что хочет 5 детей, а ты и я. Карина делает брови. Саша, помнишь, чтобы она не вызывалась? Хорошо. А если она будет потеть? Потеть? Что ты собираешься делать? Классный, да? Вид. Да, очень красивый, блин. Видишь, сними такой. Я подвинусь. Песня называется «Бисмарч». Все, все, мы идем. Карина не хочет губы, она делает брови. Да, посмотри, как тебе брови. Пока. Всем спасибо за эфир.